Всем привет! Сегодня мы знакомимся с трекинговыми универсальными компактными палками Jack Alu. Эти палки особенно удобно применять при фрирайде, скитур, бэккантри и горном туризме. Сейчас мы посмотрим, из чего состоят эти палки и их отличительные особенности. Кстати, удобное функциональное соединение палок. Вы разъединяете, складываете, прикрепляете к одной палке. Препятствует потере этой штучки, которая обычно у всех улетает. Конструкция этих палок состоит из трех секций. Диапазон длины от 64 до 135 сантиметров. Регулируется длина при помощи удобных эксцентриков клик-клок, которые надежно фиксируются. Есть возможность подтянуть специальным винтиком в зависимости от ситуации. Палки Jack Alu изготовлены из легкого, но очень прочного алюминиевого сплава. Отличаются тем, что сечение трубок представляет собой треугольную форму. Грани трубок являются ребрами жесткости для увеличения прочности всей конструкции. Система регулировки палок является удобной, бесступенчатой, которая позволяет быстро, в зависимости от изменения рельефа, регулировать длину палки, в зависимости от того, спуск или подъем, рост человека или способ использования. На гранях палки имеется специальное деление, запомнив которую, вам удобнее регулировать вновь и вновь одинаковую длину. Специально удлиненная рукоять палки выполнена для того, чтобы вам не приходилось регулировать палки при частой смене рельефа. Рука просто спускается по палке ниже. Верхняя часть рукоятки выполнена, во-первых, для удобного верхнего хвата, во-вторых, специальным крючком удобно регулировать подпятники скитурных креплений или снегоступов. Мягкие темляки удобно регулируются. Специальные твердосплавные наконечники хорошо выдерживают и нагрузку на скалах, и на осыпях, и хорошо держат на льду и скользящих поверхностях. В комплект к палкам Jack Alu входят специальные защитные насадки из плотного каучука. Основание усилено специальной металлической шайбой. Ваш наконечник не продавит каучуковую насадку. Также в комплект входят сменные кольца для сыпучей поверхности и для мягких материалов, в том числе для фрирайда. Вес одной палки 290 грамм. Трекинговые палки являются универсальным средством для путешествий. Они разгружают ваши суставы и переносят часть веса на себя. Подробные технические характеристики вы можете посмотреть на сайте. И напишите комментарии, в каких условиях вы используете трекинговые палки.